Короче говоря, не получилось ничего с интернетом вообще. Еле-еле. Ну, мы находимся на горе, вдали от цивилизации. Wi-Fi еле-еле. И мой телефонный интернет тоже еле-еле-еле работает. Поэтому хотелось, конечно, поболтать, послушать, что народ хочет сказать Наташе, но, к сожалению, не получится. Вот там конюшня. Хотели с Наташей сделать прямой эфир, интернета вообще нет. Поэтому придется делать вот так. Самое доброе утро. У нас 10 часов утра. Так, сейчас будем воду включать. А куда мы будем его включать? На. На. Кинь. Кинула, окей. Вместе. Ух, какие страхолюди не лежат. Ух, вот эти черепа надо все повыбрасывать, они плохую несут. Плохую энергетику. Вот ветерочек поддувает, и она так красиво играет. Давай, давай. Боже, какая красота. На улице жарюка, жарюка. Вот так здорово. Ласточки летают, это все ласточки. И вот у них на этом доме везде ласточки на гнезда под крышей. А вон персики уже поспели, слышите? Вот оно окно моей спальни. Я спала сегодня как хорек. Пошли в дом. Ласточки летают. Я вас не трогаю, нет, я вас не трогаю, нет. Вон все, ласточки на гнездах. Боже, какая тут атмосфера. Просто какая-то атмосфера космическая.
что посмотрим. Мы сейчас осидим. Какая красота. Он уже, белки, наверное, проели его, да? Вон они какие громадные. Сейчас я найду себе какой-нибудь поспевший уже и сорву один. Он еще не готов. Все усеяно персиками. Класс. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Вау. Еще зеленый. Ну, мы как с Наташей вернемся с путешествия. Вон сколько ласточки на гнезд. Зайцы только что как кинулись в рассыпную от меня. А вот там конюшни. Какая красота! Вау! У меня слов просто нет. Солнышко, не заходи, подожди, подожди. Подожди, подожди, солнышко, подожди. Привет. Привет. О, мама моя родная. О, не, ну это просто рай на земле. Ну это просто сказка. Вау. Это дом выше. А посмотри, в окошке как солнышко отражается. Сейчас. Точно, вон оно в окне солнце отражается. Колючки в ногу впились. Прощай, педикюр называется. Покатались. Так, пошли. По сухой траве. Я иду по росе, босы ноги мочу. Кто там? Что ты, моя лапочка? Что там? Это там вода, да, Наташа? А кто-то стреляет. Это Рости? Да. А нет, другой кто-то. Давай. Проедет. Это койоты. Угу. Они как собаки пришли. Гавкают? Ну, так похоже на... Я тебе дам! Чё ты там орёшь? Я тебе дам сейчас. Я тебе поору. Вот это да. Ишь ты! Они прям лают, как собаки. Ну, так похоже. А они, что интересно, они могут, слышь, один койот, а как будто 10 штук их там. Может так голоса менять. Это моя собака какая-то. А это уже другая вышка, да?